Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Jack Shepherd, и сегодня мы будем гулять по прекрасному городу Чернограда. Вот. Вот такой сегодня прекрасный день. Иду я сейчас в магазин за покупками. Ну и по разным делам. Куда я сейчас иду, увидите. Снимаюсь моноподом. Недавно вот себе прикупил. Надеюсь, что телефон вдали звук хорошо записывает. Записываю я без шумодава. Потому что без шумодава как бы больше звука входит в видео. Вот. Снимаю я передней камерой. Там собака на меня так странно посмотрела. Сделаем такое пробное видео. Вообще не профессиональное. Если такая тема зайдет, можно делать какие-то разговорные видео. Вот. О, там сзади контрсвет. Палки-палки. Вот только стал. Кофе забыл попить. Нужно было кофе попить. Тогда бы больше сил было бы. Вот. Сколько сейчас? 9:12 по Киеву. Вот. Вот улица, которая иду. О, там, наверное, ну это не точно, изнимает все как, боже, как это сказать, зеркалкой. Наоборот будет, наверное, на видео все цифры. Потом посмотрю, нормально вышло ли или нет. Надеюсь, что нормально. Ну-ка, дальше я сделаю. Вот. Не знаю, что здесь можно комментировать. Вот если можно было бы сразу снимать на телефоне, как бы, вид с двух камер, как 360 можно было бы делать. Так хорошо. А слушайте, это можно, это физически можно сделать, но нужно написать приложение для этого. Вот. Специальные. Так. Мы уже близко. Не, только полпути прошли. Вот. Кстати, да, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на бубенчики. Вот. Можно даже попробовать поставить какую-то музыку. Когда буду рендерить видео. Вот. Так, входим мы на центральную улицу
нашего города, скажем так. Здесь камера не очень сильно трясется. Так. Так, сейчас будем переходить дорогу. Нужно быть внимательным. Ночью был примерзок, да и сейчас, наверное, несмотря на градусы, наверное, температура держится на минусе. Вот. Вижу, есть лед. О, смотри, смотри. Там машину прямо чуть не занесло. Тормозило. Прикольно. Но и не прикольно. Так, кстати, это у нас белый дом. Я смотрю, вот сзади, сейчас будет ехать сзади меня Volkswagen. Он, походу, переднеприводный. И он только что стартовал с пешеходного перехода. Короче, пробуксовок. О, там Реношка. Реношка тоже хорошо тормозит, буксует. Или как сказать, юзом ведет. Хотя я смотрю, на дорогу нету льда. Ну, есть как бы такой тонкий, тонкий очень. Но это не точно. Вот. Сейчас люди вроде бы, скажем так, но это не точно. Они поменяли, наверное, с летних на зимние шины. Вот. Так. Вот мы уже в центре города. О, как раз тень от монопода. Так, где-то там тень. По тени можно узнать, как он выглядит. Вот. Наверное, буду второй раз снимать уже передней камеры. А то там качество получше. А то я этой разговорной для скайпа, или как сказать, передней. Но она максимально может снимать 1080p. А та, что основная камера, может 4К 60 FPS снимать. Вот. Слушайте, елку уже ставить? Да? Елку ставят. Я вам покажу. Так, тут у нас дом культуры. Вот. Так, что-то там темновато. Уже как бы у нас наполовину собранная елка, штучная, правда. Давно ставили у нас, очень давно ставили настоящие елки, то есть не штучные, как вы поняли. Вот. А сейчас ставлю штучные, то есть штаблик такой, как бы металлический столб. Там, короче, такие палки торчат. Этого столба. Надеюсь, будет видно там. Вот. А там берут и отрубывают палки с елки и вставляют в эту штучную елку, как бы. Сказал, как, не знаю,
О, смотрите, даже лед есть. Вот. Слушай, а тут немножко скользко. Вот. Так, а что тут у нас такое делается? Тут у нас магазин строится. Сейчас вам покажу. Памятник Шевченко. Вот. Солнце слепит. Но памятник показал вам. Тут у нас огромный магазин просто будет. Так, вот если бы добавили, что во время съемки можно было переключать с передней камеры на основную, в эту программу, которой я сейчас пользуюсь. Вообще бы золотая программа была. Но я, как бы сказать, и так самая лучшая, которая только есть. Вот. Блин. Сзади этот контрсвет. Из-за ничего. Из-за него ничего не видно. Вот. Давайте на этом видео будем прекращать. Вы были на канале Джек Шепард и... До новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на бубенчики. Пока-пока.